Всем привет, друзья! Отличная погода, отличное время для футбола. И сегодня состоится интересная игра. Исхыч принимает футбольный клуб «Витебск». Исхыч, мы видим, как играет в этом чемпионате. Команда играет уверенно. И «Витебск» последние игры нащупал свою игру. Одержали победы над «Шахтером», над «Гомелем», но не без доли везения. И не забываем, что на этой же неделе у «Витебска» все мысли о финале Кубка. Для многих футболистов «Витебска» это будет, возможно, одна из самых важных игр в карьере. Что еще за «Исхыч»? За «Исхыч» еще покрытие поля, синтетика. На синтетике кто играл в футбол, маломальски понимает, насколько это своеобразное покрытие и как трудно на нем играть. Получается, что за «Исхыч»? Домашние трибуны, покрытие и то, что у «Витебска» будут все мысли о Кубке Беларуси. Я думаю, к этой игре лучше подойдет «Исхыч». Я тут заиграю Исхыч фора 0, коэффициент 1,8. Всем удачной игры и не забываем подписываться на мой телеграм-канал, ссылка внизу в описании. Всем еще раз удачи!